Таро от ангела планет. Мы смотрим прогноз на ноябрь для рыб. И у нас идет влияние южного узла. Рыбы, в этом месяце вы что-то осознаете, что-то поймете, может быть, что-то вспомните. Будут приходить как напоминание ваши ошибки из прошлого, которые заставят вас переосмыслить это прошлое, чтобы или в будущем не совершать такие же ошибки, похожие ошибки, чтобы вы не наступали на такие же грабли. Также этот узел южный говорит о том, что если вам плохо в каком-то окружении, не стоит там быть, и не время чем-либо сейчас важным заниматься, так как идет процесс переосмысления. Если вы что-то плохое вспоминаете или находитесь в негативной обстановке, просто оттуда уходите. Просто нельзя там быть или не время сейчас вам там быть. Может быть, стоит подождать. Может быть, действительно переосмыслить. Также южный узел, он немножечко напылит на вас тревожности. Тревожность будет как раз из-за всех этих переживаний в вашей жизни. Если вы сумеете успокоить свою тревожность излишнюю, то тогда и не будет проблем в вашей жизни. Все проблемы, которые появляются, они могут появиться как бы на пустом месте, просто из-за вашего состояния непонятной тревоги, как будто что-то происходит, что же изменяется, почему я себя так плохо чувствую, почему я тревожусь, почему я переживаю, почему я нагнетаю. В этот момент, может быть, стоит попить витаминки, магний, валерьяночки, чтобы не тревожиться и чтобы не создавать проблем самим себе. В работе это тоже нагнетание ответственности может быть, могут быть сроки, дедлайн. Как бы их ни провалить, с одной стороны это будет тревожить, а с другой стороны южный узел говорит о том, что ну не время, не сейчас, будут отлагательства, и естественно с этими моментами тоже могут быть проблемы, или из-за этого отлагательства могут быть проблемы. В отношениях вообще сейчас лучше все приостановить, чтобы просто благополучно пережить вот этот процесс тревожности, осознания этого нового ощущения. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши «принимаю с благодарностью», а я жду вас на личных раскладах и консультациях.